Вот этот экспонат, это был мне вручен в 2004 году после окончания проведенного турнира по мини-футболу среди силовиков в городе Сочи. С этого хрустального мяча и началась коллекция Геннадия Шимика. Ну а играть в футбол он начал еще в детстве. Сегодня генерал-майор полиции в отставке мяч уже не гоняет, но активно болеет за игру. И, конечно, не менее активно пополняет свою коллекцию. Коллекция эта уже 15 лет почти собирается. Очень много привезенных с других стран. То есть мне дарили болельщики Англии, болельщики Дании, Франции, Германии. Вот эту куколку с футбольным мячом из бисера Геннадию Шимику подарил болельщик из Дании. А эти духи прямиком из Ливерпуля – тоже подарок футбольного фаната. Кстати, как говорит сам коллекционер, для него подарок с футбольной символикой – самый желанный на любой праздник. Мы дарим ему всегда на все праздники какие-нибудь сувениры, привезенные не только с чемпионатов страны, но и за рубежа также у нас ребята ездят, болеют за «Динамо» в том числе. И вот один из таких вот кубочков мы ему вручали совсем недавно. Сегодня в коллекции Геннадия Шимика почти 1500 экземпляров. Это только на выставке. Еще около 600 пока находятся дома. Самые маленькие вот эти сережки диаметром в 0,5 сантиметра. Материалы – хрусталь, железо, стекло, пластик, бумага, кожа, мех, золото и серебро. Брелки, очки, игрушки, музыкальные инструменты, часы, ручки, свистки. Есть и безделушки, и ценные, и уникальные экспонаты. Например, привезенный из Германии самый известный футбольный оракул – осьминог Пауль. А таких ваз, например, в выпущено всего 500 штук. Вот этот мяч – мечта футбольных фанатов и любителей блюд на открытом огне. Есть в коллекции и вот такой пивной автомат. Чтобы добыть его на пивной выставке в Сочи, пришлось звонить на завод-изготовитель. Я 30 минут стоял возле автомата и ждал звонок. Позвонили с Новосибирска и сказали: «Отдайте, он не отстанет просто так». Ну а скоро коллекция Геннадия Шимика пополнится целым рядом новых сувениров с первого домашнего чемпионата мира по футболу. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.